среди всех компаний мы как начали с классом работать, так и до сих пор работаем. Что нас устраивает? Вот немцы – это педантичность, аккуратность и точность, порядочность. Техника – это надежно. Вот мы когда-то брали комбайнный класс, больше 10 лет они у нас до сих пор работают, без износа. Это говорит о фирме. Прекрасные у них сервисники, мастера. Если какая-то неполадка, вовремя выезжает, точно, аккуратно все на месте поставит, проконсультирует и запустит. Вот это самое главное, что нам нужно. Фирма «Класс» совсем другая. У них задача не сколько продать, а сколько помочь в эксплуатации, помочь в обслуживании. Желаю, чтобы «Эстагро», наше сотрудничество дальше развивалось, у нас были хорошие взаимопонимания, большие успехи. Этого сервисного центра мы немного опять повернемся в сторону импортной техники. Я рад, такое открытие произошло, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество, на оперативность. Хочу, чтобы у вас клиентов, конечно, все больше и больше было. Если будет больше клиентов, еще быстрее будет все это раскручиваться. Хочу выразить благодарность за то, что в нашем городе выстроен такой замечательный комплекс. Очень большой шаг для фирмы у нас в Казахстане. Сегодня очередь дошла и до Кустаная. Класс, это с ним связано наше благополучие в сельском хозяйстве. Одни из первых, кто в Казахстан пришел с такой мощной техникой качественной. Ну а сейчас, когда мы видим, такая прекрасная база есть, чтобы эти склады были постоянно забиты. Руководители, которые сегодня возглавляют «Эстагро», это очень компетентные руководители. Огромное спасибо, что вы сегодня создали вот базу вот, успехов. Компания «Эстагро» с открытием такого замечательного сервисного центра. И всех клиентов также поздравляю, что у вас будут запчасти ближе, сервис ближе. Желаю вам успехов, огромных продаж, кучу клиентов, постоянно, бесконечно, чтобы очередь у вас тут стояла.